Полное описание и точная дата выхода с 4 по 6 серию нового российского сериала «Золото Лагина». С 4 по 6 серию сериала будут выходить на телеканале НТВ 13 апреля. 4 серия. Лагин с Нударом и его людьми приезжают на дачу к малаховским бандитам и спасают полуживого Матвея. Лагин решает спрятать Матвея на прииске. Матвей показывает Лагину и геологу Огареву место, где он намыл золото, но они там почти ничего не находят, и Лагин обвиняет сына во лжи. Матвей уходит и в лесу сталкивается с беглыми зэками. Пятая серия. Главарь бандитов Чума хочет избавиться от ненужного свидетеля. Ерохин, узнав Матвея, вызывается исполнить приговор. Матвея спасает меткий выстрел отца. Соболев и Лагин обезвреживают главаря бандитов и находят раненого Ерохина. Прибывает Журов с командой внутренних войск. Ерохин оказывает сопротивление и погибает. Бандиты во главе с Тафловым везут золото в Москву. Там они меняют его у Нудара на деньги. Шестая серия. Лагин по совету Сыромятова везет Матвеева в Москву на встречу с Гусейновым. Тафлов на правах родственника настаивает на передаче ему прииска Лагина и предлагает сделать так, чтобы Лагин исчез. В Москве арестовывают Матвея. Варламов требует выбить из парня признание, что он получил золото отца. Лагин приезжает к Нудару просить за сына. Напомним, новые серии сериала продолжат выходить на телеканале НТБ 13 апреля. Если вам нравится сериал, ищите выхода новых серий. Тогда ставим лайки, подписываемся на канал, жмем на колокольчик, чтобы быть в курсе последних новостей о новых российских сериалах. Спасибо за подписку и лайки.